Итак, всем здорово, спецназы. С вами я, Никита. Ну и сегодня мы снова продолжаем проходить эту игру под названием GeForce, ну или Миссия Дарвин. Ну что же. Тут у нас, ну, вот эти вот ящики всякие с чипами. Как я говорил, в конце прошлого видео, они нам нужны для закупки. Да, но тут не сохранилось то, что мы купили, но тем не менее, ну вот все чипы вот остались. Так, ну пополним все боеприпасы. Но я знаю, я тут, ну вот уже вот вчера вот объяснял про, ну вот про вот это все. Ну и в принципе ладно, давайте же, ну, соберем-ка тут все ящики. Так. Стоп, а как бы нам вот этот собрать? Вот, вот так. Будем, ну вот, собирать практически все. Так, хорошо, сюда встанем. Еще. Так, тут больше нету. Ну и здесь еще. Все, давайте. Побежали. Аккуратно. Так, а там вот еще вот этот блендер. Аккуратно. Так, нет, стоп, я его прибью там лучше. Огонь. Стоять. Не трогай меня. А где он? А вот он где. Давай. Сюда, давай, иди. Будем сражаться. Все, он умер. Ага. А вот и диск. А вот и наш замечательный диск. Усовершенствование плазменного оружия. Побежали. Так, стоп, а я тут, ну, записываю. Сейчас я проверю. Да, запись идет. Это очень хорошо. Так, стоп, она там точно идет. Да, она идет точно. Ладно. Ну, продолжим, а то я тут заволновался. Короче, все, вот мы. Мы получили первый диск. И смотрим, да, тут есть здоровье. Ну, это восстановить здоровье. Также есть количество зарядов. Плазменное оружие. Теперь ваше плазменное оружие будет больше зарядов. Да, вот видите. И теперь вот у нас 40 боевых припасов. Ну и что же, побежали. Здесь на полу какая-то жидкость. Бластер, это ты здесь наследил? Я не виноват. Ну ясно, это от того блендера. Ну ладно, полетели. Ага. И здесь вот еще тут эта вещь. А сюда мы можем? Да, сюда мы можем, и тут. И здесь нас ждали. Аккуратно. Так, уже я потерял половину хп. Но я вот сейчас его вот и восстановлю. Это будет весело. Так, ну тут вроде бы ничего. А нет, есть еще. Еще есть что-то. Сюда идем. Ну и сюда идем. Так, ну и глянем на мини-карту. Ага, тут рядом есть диск. Ну и здесь задание. Куда нам идти? А нам идти вот туда. Эй, это слишком высоко, мне здесь не перелезть. Поток воздуха от этого вентилятора кажется достаточно сильным. Запрыгни в него, он должен поднять тебя на достаточную высоту. Отличная идея. Пользуйте тягу вытяжного вентилятора, чтобы преодолеть преграду. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Ага, ясно. Опа! Персональный компьютер. Ага, а его сейчас бить нельзя. А нет, можно. Так, а он тут еще вот и бьет. Аккуратно. Ну, как я понял,
Да-да-да-да, вот именно в этот момент его вот можно бить. Наверное. Аккуратно. Фух. Пробили его. Ясно. Хорошо, бьем. Аккуратно. Аккуратно, блин. Не смог. Ага. Как тебе? Он умер? А нет, еще. Хороший противник такой. Наконец-то он умер. Мы с ним тут сражались и так, сражались. Нагревательный узел прямо передо мной. Здесь можно пройти дальше. Отличная работа. Так, ну ясно, но мы сейчас к какому-то нагревательному узлу пробрались. Ну что же, так. Возьмем-ка тут эту вещь, так. Что тут у нас? Ага, у нас вот эти вот подниматели. Так, куда нам следует идти? Ага, вот куда. Хорошо. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Да, я знаю. Вот, все нормально. Все, мы тут. Стоп, по-моему, ведь попадем. Да, мы сюда, в принципе, попадем. Ну, за звездкой. А также здесь, ну, вот будет... магазинчик. Хорошо. Так. Ага, здесь жизнь. У нас их, ну вот, все еще полное количество. Так, ну тут горячий, тут. Там, видимо, холодно. Так. Замедляем, пролетаем, нажимаем. Все, закрывается горячий, открывается холодный. Тут есть еще что-нибудь. А больше тут ничего-то нет. Ну ладно. Стоп, а куда нам? Серьезно? Меня тут немножко... ну вот, обманули. Смотрите, это нам получается нужно прийти сюда. И вот. А теперь нам нужно, ну, прилететь мучом. И все сделать. Неплохо, неплохо. Так, ну все, вот есть у нас холодный. И теперь мы проходим через холодный. Ага. Тут мышки еще. Эти противные. Но ничего, я ждал вас. Что там? Что-то открылось? Порядок, вижу нагревательный узел. Здорово. Но я не думаю, что идти туда хорошая идея, если я не хочу стать шашлыком. Судя по плану здания, из центра узла отопительные трубы расходятся по всему комплексу. Выбрав правильную трубу, ты сможешь добраться прямиком в главный офис Сейберлинг. Это единственный шанс, Дарвин. Так, ну я как понял, ладно, вот успех. Нужно вот эти... Борос, комната заблокирована. Есть, ну вот эти... Хотела бы я помочь. Штуки вот активировать. Я ничего не сделаю. Тебе придется найти запорные вентили. Поищи в узле. Их должно быть 4 штуки. Так, а также, ну вот, здесь вот магнитофон. Ой, стоять. Не трогайте меня, пожалуйста. Аккуратно. Ага. Еще вы тут спавнитесь. Точно выстрел? У нас слишком заметный. Все, он умер. Ладно, берем просто вот сейчас и опускаем. Отлично, давление уже падает. Осталось... да, вот, давление вот уже падает. Здорово. Все, тебе конец.
Ага, вот нам сюда нужно прийти, сюда и сюда. Ну и здесь рядом находится диск. Тут сердечко. А диск вот, кстати, наверное, сверху находится. Но я точно ты не знаю где. Ага, вот, кстати, наверное, сеть. Тут, ну вот, как раз такой вот проход интересный. Даже слишком интересный. Побежали сюда. Так, ладно. Изи. Так, все, у нас полные хпшки. Так, а тут вот эти вот роботы или машины. Сейчас им будет конец. Хорошо, плюс один. Очень даже хорошо. Осталось всего два. Ну стоп, а вот где тут диск, я вот и не понимаю. Ага, тут есть где-то вентиляционная труба. Так, а этот диск, он прямо там. Ну ладно, найдем, узнаем. Ну, наверное, нам сюда, да. Нам сюда спускаться. Можем, в принципе, спуститься сразу. Тут подниматься нечего. Здорово. Крутая штуковина. Стоять. Не активируешь. Все. Окей, изи. Так, а вот эту вещь можем уничтожить? Нет? Ладно. Так, ну все. Остался всего один вентиль. Один вентиль. Хорошо. Изи. Так, здесь возьмем еще бонусы. А вот он. Наверное. Ладно, давайте же, ну вот, нажмем на вентиль. Стоять, не стрелять по мне. Вы мне не нравитесь оба. Отстань от меня. И ты тоже отстань. Хорошо, все, нажимаем. Ну все, нормально. Ты уверен? А верь мне, я знаю про это здание все. Ха-ха! Рад снова тебя видеть, старый крот! И я рад снова быть с вами. Давление вернулось в норму. Следуйте к отопительному узлу и покиньте подвал по каналам теплотрассы. Да хорошо, я покину. Только вот мне бы этот. Здоровье восстановить. И восстановить боевые припасы. Так, ну и стоп. Ну и как я понял, диск находится здесь. Ну как по плойке. Закрыто? Интересно. Используйте инфракрасное зрение, чтобы видеть в темноте, когда поблизости есть источник тепла. Нажмите кнопку, чтобы переключить режим инфракрасного зрения. Ничего себе. Ясно. Ага, ну и здесь диск. Так, усовершенствование плазменного оружия. Ну и третий диск здесь под рубом. Ведь так? Ведь я к ним проберусь прямо сейчас. Вот здесь. Вот, вот так возьмем. Снимитесь обратно на лифте в офисный центр Saberlink. А я тут ничего практически не вижу.
Ну, кроме врагов. Да, мы идем прямо к диску. Стоять. Враги тут еще. А вот и диск мой. Хорошо. Плюс диск, минус проблема. Ну и все, и нам... Ну вот. Туда вот идти, к лифту прям. Да, люди? Все. Миссия пройдена. Ну почти. Так, все, вот мы здесь уже. Вот лифт. Так, ну что же. Прокачаем это плазменное ружье. Сколько там снарядов? 60. Неплохо. Так, ну и вот, как я понял, лифт. Опять? Будет интересно. Да аккуратно, да не бейте меня, плиз. Стоять, не-не, вот я вот хочу сканировать. Ой, не зеленый комп, уязвим для большинства видов оружия. Единственная слабость — это кипер-зомби. Его уязвимая начинка. Дождитесь момента, когда он, ну, вот запустит эти вещи. Наступайте, чтобы ударить в его слабое место. Хорошо. Ладно, будем вот это вот иметь в виду. Так, прыжок вверх. Ну и что же, будем стрелять с плазменного ружья. Все, хорошо. Стоять. Ага. Он ведь еще тут вверх. Блядь. Хорошо. Давай, давай. Выпускай своих дронов. Аккуратно, аккуратно. Бей сильнее. Прощай, компухт. Минус комп, ура. Опа, золотой диск. А как он будет на карте отображаться? А никак. Ну что же, за золотым диском. Четко, новый вид оружия. Стоять, а я ж, ну вот смогу вот сейчас на него глянуть? Да. Кассетная винтовка. Куплена. Боеприпасы пополним. Здоровье очень сильно пополним. Скорострельное плазменное оружие. На тройку. А. Ну, короче, это как винтовка. Просто стреляет очень быстро. Хорошо, ждем. Что там у вас? Что там у вас? Ради бога, а? Вот Харли, лишь бы поджать, и все, вот он. Кстати, это Харли, это Хуарес, это Бластер, ну вот, а это наш крот. Хорошо, погнали в офис. Так, ты все еще далеко от машинного зала, но уже вышел на финишную прямую. Бластер, ты можешь для разнообразия поспешить? Я всегда спешу! Уже почти на месте, Ди! Как бальзам на душу.
Ага, защитники. Весело им. Постой, Хуарес. Здесь команда спецназа в отключке. Проверяю состояние. Порядок. Пульс и дыхание в норме. Они без сознания, динамики просто вырубили их. Они испускают ультразвуковые волны. Я поищу чертежи динамиков, чтобы ты нейтрализовал их. Так, сканирование показало, что чертежи хранятся в исследовательском крыле здания. Шлю данные на твой оперативный компьютер. Новое задание. Беспроводные наушники. Весело. Вот я вот сейчас снова вот сижу в наушниках. И вот, ну, вот на меня вот нападают наушники. Уже веселее. Давай, сюда иди. Сюда иди. Изи. Амазон тут очень прикольный. Опа, бластер. Мистер Ди, я же говорил, что приду. И смотри, что я тебе приготовил. Вставляй чипы Сейберсенс в обычные приборы. Получается сумасшедшее оружие. И это хорошо? Я думаю, ты разберешься, Ди. Ну, спасибо тебе. Он нам, короче, ну, попросил какое-то оружие. Дарвин, это Бен. Сейберизатор у тебя? Так вот, что это за фиговина? Так я назвал эту штуку. В общем, ты можешь выстрелить в любой прибор Сейберлинк и запустить боевую трансформацию. Действуя с умом, ты сможешь использовать эти приборы себе на пользу. Сейберизатор — прототип. Результат его применения на разные приборы непредсказуем. Будь осторожен. Класс, я люблю сюрпризы. Выстрелив из сейберизатора в прибор Сейберлинк, вы спровоцируете его трансформацию, не нанося повреждений. Выстрелите из сейберизатора по вентилятору. А, ясно. Ну, короче, это теперь, ну, вот, такая вещь, которая, ну, просто вот-вот. Чтобы добраться до верхнего уровня. Ну, ясно. Короче, с этой вещью мы теперь, ну, вот, можем вот так делать. А что это за защитный барьер? Ну ясно, то ну просто не пробиваем щит. Так, а есть что-нибудь в магазинчике? Карта зоны. И серебряные диски. Это мы любим. Остань здоровье. Ну и боевые припасы. Недорого вот, кстати, стопят. Ладно, так, что тут по карте? Ага, тут она больше немножко. Тем не менее, вот, здесь первый диск, тут второй диск, третий и четвертый. Ладно, сейчас нам нужно, ну, вот, полететь по вот этой тяге. А куда нам? Это нам вот туда выходит. Выберитесь из воздушного потока, прежде чем попадете в вентилятор. Хорошо, полетели. Знаешь, я думаю, это начало прекрасной дружбы. Однажды технику Сейбер. Стоп, да я сейчас куда-то попал. Чертежи лежат в сейфе где-то на этом этаже. Смотри в оба. В смысле, я сейчас, ну, типа, прошел уже? В смысле, я сейчас в другой карте. Серьезно? Весело, однако. Ага. Тостер. Здесь пахнет жареным. Аккуратно, аккуратно. Мне не нравится его вот поведение. Поэтому я буду стрелять просто. Пока можно стрелять, в него можно стрелять. Сейчас бы мне горочку бутербродов. Интересно, кстати. Опять карта зоны и диск. Серьезно?
А тут есть хотя бы один... А, да... А. А тут не только один диск. Тут их раз, два и три. Так я, получается, ну там пропустил уже. По логике. Ай, ладно. Серьезно, я, ну, прохожу эту вот игру ради... Ну, прохождения. Внимание! Нарушение системы безопасности. Запущена процедура блокирования. Серьезно, это лазер? Системы безопасности. Включенные установки можно временно отключить при помощи излучателя помех Муча. Здорово. Стоп, в смысле обнаружены не активные приборы. Я не понимаю вот этой хрени. Но сейчас мы чекнем обязательно. Это вы, ну вот, чисто про камеру, что ли? Стоять. А, вот. Эй, Дарвин, эти двери заперты, и мои датчики показывают, что другого пути вперед нет. Да, ладно, поищу, что здесь можно стабилизировать. А может вот эту камеру еще вот уничтожить? Серьезно? Что тут еще есть? Серьезно, лазер? Но я его помню. Это та вещь, ну вот, которая меня пробить хочет. А, вот что это за... Вот, это вот, ну вот, или вот эту вещь. Все, она активирована. Теперь готова пробить. Вот. Он может оказаться достаточно мощным, чтобы прожечь двери. Так, давайте. Нападайте. Ну, здорово. Ай, плохи дела. А, охладитель водички. В смысле? Не понял. Чё за фокусы? А, вот, ей нужно по голове стрелять. Я тут на диване могу встать. А, все. Он умер. Дарвин, я думал, ты можешь срезать дорогу через офис бухгалтерии. Я могу открыть тебе дверь. Так точно, Спекс. Сюда иди, давай. Сюда бегите. Так, ну и вот здесь есть уже вот... Ну вот одна вещь интересная. И тут ведь есть. Тоже. Ага, активировал я двери. Называется. Молодец. Так, а я не понял, нам нужно сюда или нет? Смысл внимания в помехе. Не, ну смотрите, вот первый, ну вот, диск, ну вот, как мне сказали, он здесь. Да, вот. Там, вдалеке. Ясно. Нет, прикольно так собирать секретки.
на прокачку оружия. В смысле, а где ты мне дверь тут открыл? Ты ж мне тут открыл дверь, да? Ну. Почему они закрыты? Я не понял. Леон, ну вот, не там вот немножко открыл. Я туда не проберусь, алло. И вот мне вот очень интересно, как вот достать вот этот диск. Вот этот. Так нет, люди, я все же соберу этот диск. Вот, все нормально. Я тут. Так. Ну и тут чипы секретные. А вот и диск. Передатчик мыча. Интересно. Давайте глянем. Вот, здесь у нас вот аж магазинчик. Так, сейчас. Здесь вот еще-то откроем. Давайте глянем. Вот, купим. С этим прибором управлять мучом можно больше. Так, мы побежали сюда. Ага. Камера слежения. Отсюда ничего не видит. Нормально. Луч может временно отключать зеленые лучи при помощи излучателя помех. Так, при помощи излучателя помех. Ну хорошо. Так, стоять. Тут у нас враги еще. Аккуратно. За лучи мы не идем. А вопрос, а разве вот эту штуку уничтожить нельзя? Так, ну давайте полезем наверх. Стоп, а как тут вот, вот эти вот лучи вот отключить? Ну как вот... Ну вот, вот эту сигнализацию отключить, я не понял. Ну ладно. Опа. А вот и сейф. Ну и тут враги наши, беспалевные. Так вот, вот этот здесь самый бесячий, наверное. Аккуратно, аккуратно. Бьем их обоих. Все, в принципе, нормально. Они все уничтожены. Так, ну и нам вот нужно сейчас попасть вот сюда. А тут у нас теперь закрыто. Интересно. Так, стоп, а куда нам сейчас? Я не понимаю немножко. Шреддер? Серьезно? С помощью стабилизатора вы можете сканировать объекты для сбора информации. А я ведь смогу? Не уязвим для всех видов оружия. Самая надежная охрана. Не уязвим для большинства видов оружия. Он может быть выведен из строя только лазером детектора движения. Весело, однако. Звуковые атаки не пускают вас дальше. Вы должны найти чертежи динамиков, чтобы пробраться мимо них. Ну нам ведь сюда идти, да? Вроде бы. Только тут есть проблема, нас тут уже встретил Шреддер.
А, вот где тут это, ну. О. Ну вот, вот этот путь. Так, ну и вот здесь вроде бы... В смысле, где диск? Вы чё, прикалываетесь? А вот и диск. Усовершенствование кассетной винтовки. Это норм. Но я не понимаю, ну... Что мне делать? Ну, вот именно сейчас, дальше. Ну ладно, разберемся. Так, выбиваем все бонусы. Ну и все. Погнали. А вот и лазер детектора движения, а то я его вот и не заметил, кстати. Так, а его ведь мы не отключим, да? Можем активировать? А, стоп, это ведь не мычом. Это ведь вот. Активировали. Еще одна вещь, ну все. Стоит знать о лазерных лучах детектора движения, это их свойство отражаться от стекол. Зачастую по несколько раз. Все. Он умер. С первого выстрела? Серьезно? Так, аккуратно. Сваливаем. Так, да, здесь жизнь, это хорошо. Так, ну и в принципе, да, здесь мы практически все вот собрали, ну, диски. Ну и да, нам сказали, ну типа вот, нужно знать о свойствах отражаться в стекле. Это нам намекает на взлом сейфа. То есть, смотрите, встанем сюда, наверное. И все. И взломаем сейф. Изи. А там прикольный диск, кстати. Побежали. Тут мы еще вот ящик уничтожим. И все. Хуарес, чертежи у меня. Сканирую. Так, минуточку. Порядок. Я перенастроила твои наушники. Можешь идти. Отлично, мы снова в деле. Спасибо, Хуарес. Я возвращаюсь в вычислительный центр. Так, ну и все. Мы возвращаемся снова в вычислительный центр. Полетели. Побыстрее, причем. Так, ну и все. Вы меня тут больше не потревожите. Это хорошо очень. А тут компьютер. Давай. В смысле, а я ведь... А, да, вот, я могу пострелять. Короче, тут, ну, не прямо в центр нужно стрелять, а тут, ну, вот именно, просто берешь и стреляешь, ну, по вот этим лазерам. Ну, то есть, по шарикам этим. Дерьте. Вот, вот так. Хорошо, сваливаем. Отходим немножко. Давай. А, все? Он умер уже. Но враг такой вот сильный. Так, нет, а нам вот нужно за диском. Тут есть что-нибудь? Да, тут есть. Только смотрите, для начала мы придем сюда. Что-то есть. Здоровье восстановить. Дальше количество зарядов. Вот, кассетная винтовка. Пополнить все боеприпасы, ну и все. Идемте сюда теперь.
Так, только есть тут одна проблема теперь. Туда ведь мы не попадем. А нам... Ну вот, нужен этот диск. Ладно, побежали. Очень быстро. Сейчас мы пройдем эту миссию, ну... И закончим эту серию. Наверное. Вот, все, берем. Мы что, мы передвигаемся сюда. Второй раз я на... Ну вот, вот этот фокус не куплюсь. Так, ну и все, по сути. Можно уже идти. Вперед. Здорово. И мы тут на крыше. И да, и по сути диск прямо, ну вот, под нами. Да, вот он. Ага. А тут проблема идет. Ничего себе. Что делать? Смысл, а я там диск никак вот и не взял бы? Вы что, издеваетесь? А, нет, смотрите, я ж выбрался. Да нет. Я же помню эту миссию, наверное. По-моему, ну, вот мы сейчас туда же вернемся, и вот, ну, вот эти вот роботы, они там, ну, просто будут стоять. Да, вернемся, ух, слава богу, а то я думал, ну, типа, что я вот уже, ну, не возьму этот диск. Луч детектора движения может пробить ограду вокруг спутниковой тарелки. Заставьте луч выстрелить в тарелку, чтобы повредить ее и разрушить ее ограду. Серьезно, я туда так вверх не подлечу? Пойдешь вперед или нет? А, вот что будет. Вот лазер. Давай лазер стреляй. Идеально, спасибо. Все, плюс диск. Усовершенствование плазмового оружия. Хорошо, спасибо. Не, прикольно здесь, в принципе, миссии. Так, ну и все, сохраняемся. Вот, давайте уже. Ну вот, сохранимся здесь. Да, все, уже я, ну, вот записываю. Да, я надеюсь, довольно вы много. Можете мне помочь. Да, где мое такси? 5 минут слишком долго. Позвольте напомнить, Саманта. Мы разместили у вас крупный заказ. Да мне плевать. Ничего себе. Что за... Беги! Этого еще не хватало. О, понял. Отойдите от меня. Прочный лифт. Так, ну стоять. Мы закончим, ну вот. Здесь прямо вот. Сохраним-ка еще раз. Вот, все, мы тут закончим. Да, то есть вот, ну вот. Мы вот прямо вот перед атакой закончим. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Никита, всем удачи, всем пока. Это было прохождение GeForce. Или миссия Даррена.